Привет, друзья, подписчики мои. Я думаю, среди моих подписчиков и вас, зрителей, есть. Кто просто пока не подписан на мой канал, сейчас принято 3 минуты говорить о подписке. Ребят, пожалуйста, пока я настраиваю камеру, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я вас буквально умоляю. Это бесплатно. Мой канал, 70% людей смотрят мои ролики, но не подписываются. Умоляю вас, подпишитесь, мне будет очень приятно, очень важно. Короче, я уверен, все знают Нёрф, потому что в свое время канал Dude Perfect, великолепные ребята, великолепные чуваки, крутые ребята, они популярный канал западный, там у них более около 70 миллионов подписчиков, миллионов, с ума сойти, но рано или поздно у нас тут тоже так будет, в любом случае. У них была коллаборация очень успешная с компанией Hasbro, aka Нёрфом, где они реально играли, бегали по воде и стреляли из бластеров Нёрф. Все мы знаем компанию Нёрф. Это что? Это за безопасность. Вот, то есть мы лично в детстве, когда бегали во дворе, мы, значит, бегали как во дворе? Мы бегали по двору, пульками друг друга стреляли, было неприятно, но что поделать. Потом стреляли из напальчников с рябины, потом появились прикольные пистолетики с хлопками, с порохом офигенные. Но, типа, очень много людей пугали мы на улице этими штуками. И, я так понял, какой-то момент их сняли вообще с продажи, нигде их нельзя было найти. И тут недавно, ну, года два назад появились в детском мире. Вот так вот. Причем там есть классные такие пушки, прям ковбойские, крутые, детализованные, офигенно. Детализированные, я бы сказал, детализованные. Нет такого слова, а может и есть, кто знает. В общем, вот, и, друзья, я бы с радостью для вас снимал и нерфы. У меня есть две офигенных винтовки китайских за 800 рублей, подделки под нерфы. Я бы с удовольствием снимал бы на ютубе. Но ютуб такая вещь, которая не сильно любит оружие. Да, как бы оно детское, но ютуб такие ролики, к сожалению, не одобряет. И сейчас я это делаю ради вас. И плюс, потому что, во-первых, появилась новинка в мире нерфа. Что такое нерф? Нерф — это бластер с безопасными пульками. Есть стандартная линейка Страйк, там просто синие пульки. Есть линейка Мега, которая большие пули со свистом летят. Есть линейка, с пулями, у которых нарезной ствол, и они летят быстрее. Не ствол нарезной, а, короче, пули нарезной. Ну, в общем, там резиновый наконечник, более резиновый такой, более плотная резина. И она закручивается и летит гораздо лучше. Альфа Хоу, как он назывался-то? Подожди, линейка-то забыл уже все. Серия Элит, господи, Страйк, что же я говорю, есть Элит, это обычные пульки, есть Мега, большие, здоровые, есть вот эти вот крутые нарезные, есть также линейка для взрослых, которая называется Rival, у нас в России, кстати, вообще очень много бластеров в России не найдешь, есть также бластеры совмещенные, куда идет и Элит, куда идет и Мега. Есть также дополнительные ракета Мёда, которые такими ракетами стреляют офигенными. Есть куча аксов к нерфу, есть также нерфы, посвященные Звездным Войнам, Fortnite и всяким таким, но они слабее заранее, не знаю почему так, почему-то вот так, слабее и дороже, вот, этот факт, не надо писать то, что я купил бластер Fortnite и стреляю всех во дворе, не надо писать фигню, такого, я уверен, не происходит. Вот, бластеры слабые, это доказано было и не раз. Вот, но также есть еще бластеры, которые, как они называются-то, господи, Silverlit делал что-то похожее, теперь Hasbro сделала похожее, которые типа как лазер так, типа расставляйте мишеньки, по ним стреляйте, я такой один раз видел в Тойру, 5000 стоит, пипец. Есть бластеры на один, на одну пульку, на две, на шесть, всякие разные продаются, есть с батарейками, есть механические, то есть два вида, механические с батарейками. Вот, вроде про все основные рассказал бластеры, а стоят они, ну, самый дешевый Jolt стоит 500 рублей, комплект из двух, там 4 пульки стоят, допустим, там 1000 рублей, 800 рублей. А самый крутой Juggernaut Strong Arm, крутейший бластер с револьвером стоит 1300 и так далее. Дробовики у Нёрфа не берите, они дорогие, а есть еще линейка у Нёрфа, я забыл совсем, Zombie Strike, есть линейка Doomsday, есть прозрачные неоновые штуки. Слушай, огромная линейка выбора у Нёрфа. Вот, причем так интересно, когда в магазине работал, их продавал. Это мой ликбез. Будет обзор бластера? Нет, это будет просто ликбез, я буду болтать про нерфы. В магазине, когда работал, было интересно, приходили ребята, и знаете, два было всегда варианта. Либо покупали самый дешманский бластер ребенку, второй вариант, у ребенка уже все есть, он не знает, что купить, просто уходит. Вот.
Ну, и иногда, конечно, брали там и средние, подороже, побольше. Короче, линейка у нерфа действительно огромная, можно вспоминать и вспоминать. И сейчас я представляю вам новинку среди нерфа. По крайней мере, я такого раньше не видел. Это не продается ни в детском мире, ни в Toy.ru, ни в кораблике, этого нету. Я это купил в Окее, и стоило это 1000 рублей. Это нерф для бедных, друзья мои. Почему для бедных? Объясню. У этого бластера заранее... Вот смотрите, огромная коробка, реально огромная коробка, 8 пуль, бластер на 4 заряда, 4 мишеньки, представьте, джолт, вот такой маленький пиздрючный бластер стоит 459 рублей, это стоит 1000 рублей, бластер на 4 заряда и 4 мишеньки, я бы это продавал просто ежедневно, сутками по 10 штук, но... В Toy.ru этого нет, в детском мире этого нет. Там еще в этой линейке есть дробовик за косарь. Просто я не стал брать, потому что у него не было банок вот этих вот прикольных. Есть еще такой же бластер, но такой же бластер, вот отвечаю, но только за 500 рублей, без ну да, вот этого. И был набор за двушку, там было просто два бластера, 6 банок и куча пуль. Я офигел, когда я это увидел, я это взял, они даже выделяют 13 писес, то есть 4 бутылки, 8 пуль и 1 бластер, получается 13 писес. Вот, и это офигеть, это Alpha Strike, но вроде была линейка Alpha Strike, мне кажется. Что ж, откроем, посмотрим. Я даже думал, это не оригинал. Это реально стоит 1000 рублей. Это новая линейка, поверьте мне, новая линейка. Просто дешевого качества, дешевый пластик, простенький бластер. Он прям, ну прям посмотри, вот на нем прям вот пластик уже видны. А, вам не видно. Вот смотри, вот так видно, видишь? Уже видны разводы. Мои секаторные ножницы. А, да, кстати, логотипы. Ну, Hasbro, все официально. Эти артикулы nerf.com, Alpha Strike. Можно бутылку со... тут две мишени получается. Ой, как круто сделано. Как бы либо 4, либо 2. Офигенно. Элит-версия, 8 пуль. Все четко, все по лицензии, все законно. Продавать можно. Почему так стоит дешево, я, честно говоря, особо не понял. Открываем моими секаторными ножницами. Которыми можно зажать себе все, что надо. Зажать. Пам. Пам. Блин, так неудобно эти завязочки здесь расположены. Опа, эти здесь расположены. Я поцарапал надпись. Короче, вот такой вот бластер. Он супер прямо из дешевого качества. Вот честно, я бы сказал, что это подделка. Вот эта вот ручка, где убрали пластик, она убога. Нерф только с одной стороны, с другой стороны мы знаем, Hasbro этого не делает. Не знаю почему, но очень разбаланшенный. Посмотри, он прям в руке падает, как бы вообще позор. Эта штука перевешивает конкретно. И работает так. Оттянули. Паум. Оттянули. Паум. Здесь очень может палец у вас зацепиться вот сюда. И можно его прищемить, друзья. Поэтому будьте осторожны. Так, ну-ка. Да, кстати, почему Hasbro выпустила такие бластеры? Расскажу я даже за ответ. Есть компания Zuru, которая выпускает, ну, такие себе игрушки. Вот, а луки там разные, арбалеты светящиеся и прочее. Что-то еще, по-моему, какие-то яйца выпускают. Zuru. Вот, и Zuru выпустила бластер с лизуном, прикольный, кстати, и выпускает свои бластеры. И, допустим, если у Нерфа классический набор патронов, где 30 штук, стоит 749 рублей, то у Zuru набор из, там, я не помню, из 100 пуль стоит 1000 рублей. Понимаете, да? Хасбровская, даже по скидке. То есть вы можете сказать, да, на Алиэкспрессе, заказ на Алиэкспрессе, да, там на рынке. Покупайте на рынке, никто вам не мешает, конечно. Брать 30 патрон Hasbro за 600 рублей, это безумие. Вот 100 за 1000 от Zuru, они идентичны, Zuru прям полностью подделала. Можно брать. Вот, и поэтому Hasbro смотрит, что Zuru продается, Zuru прикольно, там есть и дробовики, и шутганы, и много чего, и там, типа, цена, ну, в разы дешевле, ну, как вот, допустим, у Nerf бластер стоит 1300, у Zuru там 500-600 рублей. И там комплекты как раз-таки с мишеньками. Там есть бутылки, а там прям баночки такие прикольные идут. И вот там они еще сделали линейку инсектоида, где какими-то то ли жуками стреляют, то ли в жуков. Я так и не разобрался. Вот, допустим, дробаш у Hasbro стоит 2500, у Zuru стоит 1200-300. То есть в два раза дешевле. Вот. Хотя, кстати, вот сейчас думаю, блин, за 1300 можно от Hasbro взять Сторонгарм, а за 600, получается, Zuru брать неприкольно, да, просто пистолетик. Интересно. Надо, если... Я бы говорю, я бы снимал про пушки ролики ежедневно, клянусь вам. Но, блин, YouTube, вот не знаю, не доверяю я ему, мне кажется, он будет хулиганить. Короче, вот такой простенький, дешевенький бластер, максимально дешевый, это сложно объяснить, но это тактильность. Конечно, многие даже не... Они скажут, о, косарь, круто, да я бы продавал, говорил бы, что это круто. Да, но...
Конечно, ценители, и для коллекции, безусловно, я бы такой себе купил, потому что смотрится он, не, ну, конечно, ручка, он прям перевешивает, ну, вот смотри, он прям, ну, понятно, что он должен, но он прям падает, это прям не супер удобно, хотя нет, в руке лежит норм, то есть, типа, годится, пау, но может заживать, ой, прям палец, когда-то, я не, вам не показать, но да, смотри, он прям, ай, больно, короче, вот, видите, блин, не видите, ай, палец прям прижимает, блин, какой-то расфокус на камере, я вот так сделаю, у меня из-за фона расфокус идет, блин, короче, видите, вот, видите, прям болит, капец, такая себе игрушка, очень цепляет палец, теперь я буду об этом знать, блин, нет, вообще, друзья, надо прям нажимать, знаете как, не целиком сюда палец вот так засовывать, а аккуратненько вот так на верхнюю часть надо нажимать, вот так вот, понимаете, да? На, аккуратненько. Там прям пластмасса, посмотри, прям... А, это не пластмасса, это курок прогибается. А он может вылететь, интересно? Офигеть. Ну, вот такой. Дальше вы спросите меня, достаю бутылки. Опа. Ну, прикольно, что есть мишельки, это уже хорошо, это прям прорыв для Нерфа. У Нерфа был... Блин, смотри, она еще снизу. Я буду воровать. У Нерфа был набор за 1000 рублей, там был джолт, что-то там было, вот, конечно, они умеют запаковывать, конечно. Причем, смотри, да, бутылки не прокрасили, молодцы. Ну да, в принципе, чехол, это же пластик. А узор у наклейки наклеен на банк, там поинтереснее сделано. Здесь прям супер дешманская фигня. У этого был набор уже у Hasbro подобный, с мишеньками, мне все-таки придется поднять. С мишеньками. Был набор у Hasbro, но он был такой себе, потому что на 1000 рублей там был бластер, к нему какой-то аксессуар и мишень. Три мишени там было. Слушай, ну вот такая банка, кстати, прикол, смотрится клево, офигенно, прям бутылка Нерф, офигенно, давно пора. Но она рассыпается и нужно ставить ее как-то вот так. То есть можно поставить, опять же, 4, но они супер хлипко, они будут падать просто от ветра у вас, вот видишь, падают. А можно объединить и сделать как бы вот так вот. О, видишь, упало, вообще от ветра. Вот так они смотрятся понадежнее, конечно. Вот, ну и прикольные бутылки, фишка типа их разбить. А можно не разбивать, можно типа так. Но вы спросите, а где же пульки? А пульки вот здесь вот. Да, видишь, ну можно как угодно играть, в принципе. А вот, но она отваливается, посмотри. А пульки вот здесь прячутся. Опа-па. И, кстати, еще тут прячется инструкция. Коробка нам больше не пригодится. Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Такая вот. Внимание. И вот такой комплект 8 пулек. Нормас. Вот это за 1000 рублей. Ну, это опять же вопрос здесь в качестве. Качество шляпное, то есть, да, типа. Может, знаете, когда спрашивают, даже раз, два, три, четыре. Блин, бутылки жесть разваливаются, реально неудобно. Когда спрашивают, может стоить дешевле? Может, вот в таком качестве. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте попробуем положить пули. Они все будут стрелять? Да, смотри, все четыре пули можно спокойно зарядить. Ой, как давно я этого не делал, особенно на YouTube-канале, пипец. О, да, смотри. Опа, и все. Вот так это выглядит. То есть, есть бластеры, допустим, по-моему, джолт вы засовываете сверху и две дополнительные по бокам засовываете. А есть какой-то бластер, не помню какой. Альфа-хок, что ли, не помню. Ну, короче, там тоже фишка, типа, странная. Одну в дуло, две как будто в обойме. Ну, а надо постоянно доставать и засовывать. Вот здесь 4 реализовано хорошо. Давайте проверим, как он вообще стреляет. Посмотрим, работает ли он. Вдруг он бракованный за 1000 рублей. Так, с близкого расстояния. О, ребята, ну стреляет он огонь, я вам так скажу. Сейчас я контроль качества на дальность. Ребята, у меня большая квартира, и даже мне ее не хватит, чтобы вам показать, насколько он далеко и офигенно стреляет. Это очень крутой бластер, очень сильный. По идее, они, кстати, раньше писали на коробке 27 метров. Сейчас я такой пометки не вижу здесь на коробке. Но стреляет он очень далеко, метров на 15 он будет стрелять точно. Вот это крутой бластер, поверьте мудрому человеку. Вот,
Я думаю, вы сами все видели. На бутылке он разносит, конечно, конкретно. Сейчас я проверю одну вещь. Я сейчас просто отойду метра на три. И стрельну. И стрельну в эти две бутылки. Секунду. Слушай, ну они плохо держатся. Подожди, стой. Нет, они на соплях держатся, ребят. Серьезно? Нерф, ты чего? Я не понимаю, где они расходятся, но они не держатся. Посмотри, вот я... О, посмотри. Посмотри. О. То есть, смотри. Нет, Нерф, так не по... Вроде я ее как бы щелкаю. Подожди. Может, не та часть? Может, я просто что-то неправильно делаю? Да нет. Ну-ка, подожди, может быть так? Смотри, смотри, она прям расходится. Понял, друзья? Блин, я не знаю, надо их только скотчиком подделать, потому что, ну как бы, а тогда фишка пропадет. Ну ладно, окей, давай поставим. Я отхожу. Метров на 6 отошел. Блин, забыл пружину тянуть. Ого! Бластер супер косит. Супер косит, друзья мои. Ну, как-то так. Как-то так, но прикол. Не, прикольно, прикольно. Я попасть не смог. Сейчас попробую попасть еще раз. Но бластер супер косой максимально. И по... А где патрон-то мой? О, начинается. Не, нашел. Короче, стреляю еще раз 5 метров. Ну, с 4, наверное. Я так все коробки себе поломаю. О, слушай, да что такое? Ты серьезно? Ну, вылетает хорошо, осечек не дает. Да ты гонишь, я попасть просто обязан в эту бутылку. Я прям как-то кашу. Блин, даже... Не, попасть, конечно, очень сложно. Да ты угораешь. Я попал вам себе в статую свободы. Офигеть. Просто офигеть. Ну давай. Друзья, это жесть. Да. Но долби-то отлично. Поближе подойду. Да, получай. Слушай. Чувства на самом деле у меня смешанные. С одной стороны, это стоит 1000 рублей. С другой стороны, я вот серьезно говорю. Вот давайте возьмем две мишени. Посмотрите. Вот я закрепляю. Какой долгий ролик. Вот я закрепил. Смотри, вот. Вот, закрепил. Все, да, смотри. Смотри, видишь? Ну, то есть, я ничего не делаю. Я ничего не дую, не трогаю. Ничего, абсолютно. Смотри. Ну, то есть, фишка не работает. Вот так стоят, вот так можно ставить. Но здесь либо вы там резиночкой затягиваете, или скотчиком, чтобы вообще не ломалось, либо ничего не делать. Потому что она просто стоять не будет. И бластер максимально супер косой. Может, и я косой, пишите в комментариях, что вы бы там 40 метров, я вас знаю. Но этот бластер косой. Косой бластер, можно здесь зацепиться и неудобно. Друзья, вот такое было видео. Лайк, подписка на канал. С вами был Чудовищный Угомошь. Всем удачи, всем пока-пока.